Отец Габриэль умер. В ночь на 4 июня. Это все потому, что он проводил экзорцизм? Это был не экзорцизм. В большинстве случаев экзорцизм становится бесполезным. 98% людей становятся психиатрическими врачами, чтобы помогать другим людям. Но остальные 2%, такие как я, дьяволы. У нас еще остались вопросы к вам, отец. Если у вас претензии ко мне, поговорите с моим боссом. С отцом. Есть одно дело. Ты должен осмотреть его. Смотри на меня, священник. Мы здесь, чтобы помочь вам. Беги отсюда! Будь осторожен, за этим стоит очень большой секрет. Что это за чертовщина такая? Это какое-то захоронение тех, кто воевал ранее. Ватикан это держит в секрете, и мы должны узнать почему. Вас обманули и использовали как приманку. Что бы ты ни делал, силы Господа остановят тебя. Видал, что могу? Я даже не представляю, что будет, если дьявол овладеет душой священника. Господь всегда защитит тебя. Моя вера не нуждается в защите.